Добрый день, друзья. Сегодня у нас 29 августа 2024 года. Лето почти на исходе, но впереди золотая осень. Поэтому нет никаких причин нам унывать. Лето это было замечательное, теплое. Достаточно было много погожих, теплых деньков. Нам удалось куда-то съездить. Я так побывал на Полярном Урале. Потом побывал еще в Питере, в Твери. Вот, ездили мы с дочерью. Замечательно провели время. Поэтому есть что вспомнить. Ну и, конечно же, осень, как и всякая осень, принесет нам плоды нашего творчества. Поэтому желаю всем вдохновения, с уверенностью смотреть завтрашний день. Все. В целом все хорошо. Когда внутри нас все хорошо, то и в жизни все хорошо. Сегодня я хочу исполнить новую песню на замечательное стихотворение Маргариты Герасимовой. Вот, ну и по обыкновению сначала я прочитаю его. Такая разная любовь. Первая любовь, нежность первоцвета, молодая кровь, радость до рассвета, ранняя весна, поцелуя чудо, ноченька без сна, счастье ниоткуда. Взрослая любовь, страсть, огонь, забвение, будоражит кровь, жизнь и вдохновение, розы и шипы, бури, штиль, течения, тяготы тропы, тайна продолжения. Поздняя любовь, сладкая, с горчинкой, не остыла кровь, светится лучинка, нежность и огонь, золотая осень, прошлое не тронь, чище неба просень. Вот такое вот стихотворение. Ну, а сейчас я его исполню. Первоцвета, молодая кровь, радость до рассвета, ранняя весна, поцелуя чудо, ноченька без сна, счастье ниоткуда, взрослая любовь, страсть, огонь, забвенье, будоражит кровь, жизни вдохновенье. Розы и шипы, бури, штиль, течения, тяготы тропы, тайна продолжения. Поздняя любовь, сладкая с горчинкой, не остыла кровь, светится лучинка. Нежность и огонь, золотая осень, прошлое не тронь, чище небо просень. Первая любовь, нежность первоцвета, молодая кровь, радость до рассвета, ранняя весна, поцелуя чудо, ноченька без сна, счастье ниоткуда. Поздняя любовь, сладкая с горчинкой, не остыла кровь, светится лучинка, нежность и огонь, золотая осень, прошлое не тронь, чище небо просень.
что ж, вот такая вот песенка у нас получилась сегодня. Буду рад, если она понравится вам. Ну и, конечно же, если вы будете делать репосты, писать свои комментарии, оставлять свои сердечки, вот, то за это отдельная благодарность и признательность. Ну а если еще кто-то донат пришлет, вообще будет классно. Спасибо большое за ваше внимание и до новых встреч.